После зимних праздников хочется чего-то легенького. Давайте приготовим же такой десерт. Для этого нам понадобится обычный йогурт, можно домашний, покупной, сладкий, не сладкий. Добавляем семена чиа. Все это хорошо размешиваем и оставляем как минимум на полчаса, для того, чтобы семена у нас набухли. Он-то станет более такой густой. Прошло у нас полчаса. Можно, конечно, больше на время оставить, чтобы еще гуще были. Добавим еще туда киви. Нужно все это перебить в блендере. Можно даже измельчить просто. Не обязательно перебивать такую кашицу. Можно взять абсолютно любые фрукты. И все это чередую слоями. Здесь уже как сами хотите. Можете слоями, можете все сразу перемешать. Я очень люблю семена чиа. Особенно, когда с соком. Они такие желеобразные. Кто не пробовал, попробуйте. Кто пробовал, знает, о чем речь. И украшаю мандаринкой, так как у нас еще сезон мандаринок. И получилось красиво, вкусно, полезно. А что самое главное, быстро. Пробуйте, готовьте, и всем приятного аппетита!